Друзья, вы на канале тот самый шашлычок. Сегодняшнем нашем меню шурпа. Готовить мы ее будем со свинины. Так же, как входит и мякоть в свинину, ребра. Свинину я помыл, разделал. Что пойдет по специям? Соль по вкусу. 3 лавровых листа. Перец черный горошком. 3-4 бутончика гвоздики. Чеснок 2 головки крупных. 3-4 помидора, жгучий чили свежий, 3 болгарки, 4-5 репчатых круглых, ну и зелень в конце нам понадобится. Также морковь и картофель. Ну а сейчас мы идем разжигать печку. Наливаем воду. Водичка у меня святая. Еще с крещения осталось. Делал как-то на ней уху. Очень понравилось. Вкусная уха получилась. Так, ну, наверное, хватит. В холодную воду сразу складываем мясо. Лучок, 2 головки репчатого. Варится у нас шурпа будет около 2 часов. Ну, наша задача мясо довести до полуготовности на медленном огне, чтобы бульон был прозрачный. Пока мясо варится у нас в казане, приступим к нарезке овощей. Поехали. Овощи нарезали, пора проверить казан, кипит, не кипит там, потому что кипеть оно не должно. Накип снял, вот на таком медленном огне, побулькивая, будет вариться полчаса до загрузки специй и овощей. Лук свой отработал, лук убираем. Все сейчас присолим. Потом, если соли не будет хватать, добавим. Следом опускаем картофель. Картофель у нас крупно нарезан. Лавровый лист.
черный перец и гвоздика. Чуть позже будем опускать остальные овощи. Минут через 7-8 дадим закипеть нашему бульону. Восемь минут прошли, опускаем помидоры, морковь, болгарский перец и лучок репчатый. Также перчик чили и чесночок 2 головки. Чесночок я помыл. Сейчас это все разровняем. Все, теперь это будет томиться еще минут 30. Пробуем на соль. По соли все хорошо. Проверяем картофель. Картофель у нас, по идее, на полуготовности. Да, все замечательно. Засыпаем зелень. Все, накрываем крышкой и еще 15 минут на медленном огне она должна потомиться. Далее снимем, все покажем, расскажем, попробуем. Шикарное блюдо — шурпа. Но у меня шурпа не на говядине, не на баранине, а на свиных ребрах и мякоти с овощами, с зеленью. Все как полагается. Шурпа наша готова. Сейчас достанем с нее перчик. Острый он здесь не нужен. Разойдется, потом кушать невозможно будет. Чесночок. Где чесночок? Да, потом достанем чесночок. Мясо. Мяско. Чесночок. Говядины на базаре не было сегодня. Свежего рубили только поросенка. Так что шурпа у нас с ребрышек поросячьих. Бульончик надо попробовать. В шурпе самое главное — это бульон. Шикарный. Это вот такой прозрачный бульончик получается, когда на медленных углях, дровах готовится шурпа. Если сильно агрессивный огонь, то он будет мутный. Так, пробуем. Вкусно, зачетно. Узбекское национальное блюдо — шурпа. Советую, готовьте. Очень вкусно. Семья у нас большая. Этот сиротский казанчик мы дня за 3 съедим. Всем здоровья, любви и удачи.